решили подкопнуть картошку, посмотреть, какая. А что даже ведерко не взял? Нихуя. О, так нормальная. Бегем. Ведро. Бегем за тазиком. Как бы нормально. Какую картошину что оставил? Или там? Подожди, Сережа. Ну, неплохо. Ой, еще выкопал одну. Там надо поискать, может, еще, да? Еще. Сережа, а что, вил-то нету? Мне так нравится. У тебя руки вил? Вон, можно здесь садить. Кого садить? Розы. Розы? Говорят, сено надо. Деревянный не будет. Что с этим сеном делать? Картошину прорубил. Так ты куда в куст-то? Надо сбоку. Подсказчику. Подсказчиков много, Сереж, честно. Ну, неплохая, нормальная. Если учесть, что она магазинская. Да, это вообще магазинская картошка. Посажена. Ну, нам достаточно два это кустика. Куда нам сейчас много? Мы потом выкопаем. Есть. Или без разницы? О, шишка. Шишка. Или ты всю хочешь выкопать? Зачем? Пусть сидит. У нас здесь 9 кустиков посажено. О. Сережа, там еще одна. Вот тут одна. Ты закопал, да. Маленькая вон. Ну сколько? Килограмма 2, да? Ну получается это. Нормально, ты доволен? Конечно, доволен. 2 кустика, что? Угу. Еще у меня мешок целый будет. О, еще сколько? О. Смотри, что-то я где-то вот там смотрел. Сережа, картофель растет 90 дней. У нас уже 90 дней прошло. Вот. Я не думаю, что она еще вырастет. Она еще выросла бы. Ну, посади ее обратно. Да не, уже не посадишь. Ладненько.